Единственный раз метро использовалось не по назначению в годы Великой Отечественной войны. Станции глубокого залегания выполняли роль бомбоубежища и спасали жизни тысяч людей. Там же во время ночных налетов появилось на свет около 200 детей. Московское метро до сих пор остается самым крупным объектом гражданской обороны. На его станциях можно спрятать целые районы. Особенно это важно в случае ядерной войны. После сигнала тревоги у москвичей будет всего 13 минут, чтобы успеть добежать до метро и спуститься на станцию. Это то время, за которое, по расчетам специалистов, ракеты противника должны долететь до столицы. По истечении 13 минут герметичные двери на станцию закроются. И никакие мольбы опоздавших о помощи не заставят их открыться снова. Ведь за этими дверями будет решаться вопрос о жизни и смерти десятков тысяч человек. До сих пор поздно ночью в метро проводятся учения гражданской обороны. На это время персонал станции превращается во взводы с командирами и отделениями. Они учатся готовить станцию к приему людей и оказывать первую помощь пострадавшим. Люди должны будут провести в этом замкнутом пространстве несколько дней, причем без особого комфорта. Из удобств предусмотрены только фонтанчики с питьевой водой и специальные подземные туалеты. Их откроют сразу после первого бомбового удара. На поверхность будет регулярно подниматься отделение разведчиков, выяснять обстановку и замерять уровень радиации в городе. Разведчики выходят через бункер с двумя герметичными дверями. Оператор не имеет права открывать вторую дверь, пока не закрыта первая. Метро не должно соприкасаться с внешним миром напрямую.